Нынешний визит официальной делегации из Приднестровской Молдавской Республики в Абхазию – результат прочности сложившихся отношений между республиками, показатель готовности к дальнейшему развитию контактов на уровне гуманитарных, культурных и других отраслей. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове, принимая коллег из Приднестровья. Наши устойчивые связи сегодня и та общность позиции по большинству вопросов, которые есть между странами нашими, сегодня предоставляют, на мой взгляд, очень хорошую основу для дальнейших наших контактов, которые у нас сегодня есть. Мы также неизменно благодарим вас за то ваше внимание к тем позициям, к нашим внешнеполитическим вопросам, за то внимание, которое вы всегда проявляете к нашей республике. Министр иностранных дел Абхазии выразил уверенность, что взаимоотношения между странами отвечают интересам двух народов. Приднестровская Молдавская Республика – надежный партнер, на которого мы опираемся, отметил Даур Кове. Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев поблагодарил за прием. По его словам, находиться в Абхазии у своих друзей и соратников – большая честь. Первый базовый договор о сотрудничестве Приднестровья и Абхазии заключили в январе 1993 года. В рамках этого документа было подписано множество межведомственных соглашений. Виталий Игнатьев уверен, что опыт сотрудничества и взаимодействия показывает, что это не только историческая судьба, но и выбор наших народов, которые готовы бороться за свободу и независимость. Я думаю, что в целом потенциал работы у нас достаточно широкий. Уверен в том, что мы своим взаимодействием, нашими контактами регулярными, мы придадим определенный импульс для развития всего спектра взаимоотношений, активизируем межведомственное сотрудничество, потому что в мире ситуация меняется, процессы развиваются, и интересы людей, безусловно, требуют комплексного нашего участия для обеспечения и защиты этих интересов. В рамках встречи было подписано два межправительственных договора. Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан наших стран подписали главы внешнеполитических ведомств Республики Абхазия и ПМР. Также было подписано соглашение о взаимном признании эквивалентности документов об уровне образования и квалификации, ученых степенях и званиях, академических справок. Министр образования Республики Абхазия Адгур Кокоба убежден, что данный договор даст возможность студентам и преподавателям наших стран без дополнительных документов учиться и работать на территории дружественного государства. Затем правительственную делегацию Приднестровской Молдавской Республики принял президент Абхазии. Подписанные соглашения позволят нашим отношениям выйти на новый уровень развития, уверен Рауль Хаджимба. Президент выразил поддержку братскому народу Приднестровья и отметил, что в Абхазии с особым вниманием следят за ситуацией, сложившейся вокруг Приднестровской Молдавской Республики. Той ситуации, в которой мы с вами уже выстраиваем длительное время отношения, я думаю, что многим нужно было бы взять пример и пойти по пути как раз-таки выстраивания таких отношений. И все, что сделано за это время, придает еще раз нам уверенность в том, что мы на правильном пути. Виталий Игнатьев отметил, что попытка купировать контакты со стороны Молдавии есть, но воля народа не может быть пресечена искусственными методами. Мы будем преодолевать препятствия и продолжать налаживать связи, сказал министр иностранных дел Приднестровья. Стратегические отношения между нашими государствами будут наполняться практическим содержанием, уверен Игнатьев. У нас, по сути, задача двоякая. Это создание дополнительных договорно-правовой базы, дополнительных возможностей для того, чтобы еще лучше обеспечить права и интересы наших граждан. Ну и второй момент – наполнять конкретным содержанием эту работу. И здесь тоже есть ряд задумок, есть ряд предложений, которые мы уже обсуждали с нашими коллегами. Будем и дальше двигаться в этом направлении. За вклад в укрепление мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской Республики Раулю Хаджимба вручили высокую государственную награду от президента ПМР «Орден Дружбы». В свою очередь Рауль Хаджимба передал памятный подарок своему коллеге, президенту ПМР Евгению Шевчуку. Сима Аргунца, Саида Гухава, Абхазское телевидение.